заседания, допущенных выкриков с места. Стороны могут быть удалены из зала судебного заседания, а также подвергнуты иным воздействиям, в том числе и штрафам. Всем участникам процесса понятно данное положение. И присутствующие у нас в зале судебного заседания вольные слушатели, как было установлено судом, не желают быть опрошенными со стороны защиты и обвинения, а не со стороны потерпевших в качестве свидетелей. Иначе их присутствие в данном судебном заседании при рассмотрении дела по существу будет препятствовать тому, чтобы они были в последующем допрошены в качестве свидетелей. Все понятно? Всем все понятно.